Что такое заболевание позвоночника? Наш образ жизни, ритм рабочего дня, избыток веса, отсутствие правильной физической нагрузки, пребывание за компьютером более 6 часов в день приводит к формированию заболевания позвоночника уже к 30 годам. Все заболевания позвоночника делятся на две основные группы. В первую группу входят воспалительные заболевания. Чаще всего это миозит, радикулит, артрит. Часто воспалительные заболевания позвоночника могут быть спровоцированы переохлаждением или присутствием в организме хронических бактериальных инфекций. Вторая группа заболеваний позвоночника – невоспалительные, так называемые дегенеративно-дистрофические заболевания, такие как остеохондроз, сколиоз, кифоз, протрузия диска или грыжа. Дистрофические заболевания позвоночника сопровождаются болями в его области, в других участках спины, ограничение движений, болевыми ощущениями в области лопаток или грудной клетки. Именно из-за последнего симптома люди достаточно часто путают дистрофические заболевания позвоночника с болезнями сердца. Обращаясь к кардиологу, они не получают должной помощи и снова продолжают испытывать болезненные ощущения. Что касается лечения позвоночника, то оно подразумевает под собой устранение патологии. При проблемах с позвоночником более эффективным является, конечно, комплексное лечение, которое позволяет не только вылечить заболевание, но и устранить причину его появления. Наш метод лечения подразумевает полное восстановление натуральными средствами и, главное, без хирургического вмешательства. Для консультации можете связаться по номеру WhatsApp, который увидите на экране. Также можете подписаться на наши страницы в канале Telegram, Instagram и Facebook. Линки будут в описании под этим видео. Спасибо за просмотр. Будьте здоровы!